Привет! Меня зовут Свинка Пегги. У меня сегодня день рождения, и ко мне пришли мои друзья. Я сейчас вас познакомлю. Вот моя подружка Долли. Долли. Маленькая черепашка Черри. О, Фуфик. Поклонись. Это Фуфик. Это вот мой верный друг Клэп. И маленькая подружка Гора. О, ребята, давайте веселиться. Кто включит музыку? Не стой, подружка. Знаете что? У меня есть к вам хорошее предложение. А давай истории рассказывать. Нет, давайте съездим на другой конец нашего королевства. Там стоит какой-то одинокий домик. Давайте посмотрим, кто там живет, и познакомимся с его обитателями. Давайте, я за. Ой, я боюсь немножко. Вдруг там живут кто-то страшный? Нет. Долли, мы же нас так много. Мы все вместе. Да, а вдруг там живет кто-нибудь такой одинокий, которому нужна будет наша дружба? Да, и я тоже думаю. Или наша помощь. Может быть, там какой-нибудь старичок или старушка, которому трудно входить в магазин. Мама. Да, это хорошая идея. Я согласна. Давай. Ну, так значит, договорились. Решено. Где-то у меня был чемодан. Там уже все упаковано. Надо взять с собой... Вот он. А, да, надо взять с собой бутербродов, водички и устроить по пути пикник. Ой, прости, но я не тебя на той чемоданчик села. Я подумала, там что-то красивое. Прости. Давайте найдем чемодан и отправимся в путешествие. Ну что, все готово к нашему путешествию? Я просто платье забила на подставник. Нет, больше не машина. Гора, ты всегда такая капуша. Еще платье будем мерить. Мы пошли на пикник, а не на бал. Неси свой чемоданчик с нашими... кружками, чашками. О, да. Так, Фуфик, ты взял сумку? Да, я уже взял сумку с бутербродами. Клэп. О, я приготовил отличный лимонад. Хорошо, на всех хватит. Гора, не забудь свой чемодан. Пойдемте, друзья. Друзья, вот мы уже и на станции. Клэп. Помоги Горе чемодан погрузить на тележку. Грузовой вагон. Клэп. О, да, мне так трудно. Я еле тащу свой чемодан. Клэп, еще не забудь свой лимонад, хорошо? Ну что, все готово? Ой, только мне осталось залезть в вагончик. Друзья, пожалуйста, потеснитесь немножко, а то дверь не закрывается. Вот. Ну что, все готовы? Да! Ну что, поехали, машинист! Ой. Мы уже все уселись! Ладно. Ту-дум! Ой. Что-то паровоз съехал. Поехали! Остановка на пикник. Ой, все-таки так интересно, кто же там живет? Да.
На том дальнем домике. Да. У нас такое длинное и очень интересное путешествие. Как классно, что мы это придумали. Да, а то посадили и ничего не сделали, да? Бабушки. Да. Ой. Ой, друзья, я уже объелся, кажется. Софик, ну ты, конечно, всегда ешь больше всех. Мы не успели по одному бутерброду съесть, а ты уже три съел. Ну и что, я не виноват, что мне всегда хочется кушать. А подушки, как стол опалять на кабабаре и пикник устроить? Да, тут так хорошо в лесу. Да. Так поют птички и журчит ручей. Да, и особенно как и чинится в облаками смотреть и птиц смотреть, да, подушки? Ах, да. Так хорошо. Да, так птички поют замечательно, а речь Олечка так и мучит все глубже. Ну, друзья, нам надо собираться в дорогу дальше. Мы же помните, что мы намерены посмотреть, кто живет в дальнем домике. И, может быть, помочь или подружиться. Да, но мне все-таки так страшно. Эй, Долли, не бойся, я же с тобой. Если что, я тебя буду защищать. Ой, ты очень любезен, Фуфик. Хорошо, что у меня есть такой друг, как ты. И у меня... А я еще очень ценю моего друга. Да, Клэпа. Ой, мне тоже приятно. Ну что, будем собирать наш чемоданчик? Да, ну мне очень интересно, что там посмотрите на облаками. Хорошо, еще чуть-чуть полюбуемся. Посмотрим на облака и поедем, хорошо? Хорошо. Ну вот, чемодан собран. Пора грузиться на наш паровозик. Да. Ничего не забывайте, друзья. Гора, мне так страшно идти к тому домику, пока наши друзья выгружают вагоны. Давай посмотрим в окошко, кто там живет. Ой, давай. Пойдем туда. Ой, ты что-нибудь видишь? Я пока вижу только стул, стол, диванчик. Да, интересно, кто тут живет? Мне тоже интересно. Ой, так страшно. Я тоже боюсь. Ой, кто-то ко мне стучится. Я же никого не жду в гости. Нет, это страшно. Это как-то очень страшно. Ой, я уже так отвык общаться с кем-то. Потому что это мои бабушки пришли. О! Привет, Клэп, ты уже здесь? Вы кто такие? Я никого не жду в гости. Не бойся, меня свинка Пегги, а это мой друг Клэп, да. Нет, я вас все равно не ждал, что вы здесь делаете? А вот Фуфик, да, мы хотим с тобой дружить. Да, а вы хорошие ребята? Конечно, мы будем вместе ходить на пикник,
друг другу в гости, веселиться и праздновать дни рождения. О, хорошая идея. Да, ты знаешь, что сегодня у нашей свинки Пегги день рождения. О, поздравляю. Но у меня нет подарка, но я тебе обязательно что-нибудь придумаю. Ой, а это что за прекрасное создание? А я Гора. О, как приятно. А меня зовут Пэк. Меня зовут Пум. Очень приятно, Пум. Я Пегги. Это Клэп. Это Фуфик. Я рада, но ты пришла на нас праздник. Ой, вы меня совсем засмущали. Хорошо, я буду с вами дружить. Ура! Ура! У нас прибавился еще один друг.